Здравствуйте, уважаемые слушатели и гости канала Астрора. Друзья, сегодня у нас с вами гороскоп на 24 ноября 2019 года. И фаза Луны 24 ноября, друзья, убывающая Луна. Лунный день будет 28-й лунный день. И Луна будет пребывать в знаке зодиака Скорпион. Обращаем внимание, что в этот день будет Луна без курса. Она продлится с 5 часов 49 минут до 8 часов 58 минут. Время московское. Ближайшее новолуние, друзья, 26 ноября, 18 часов 5 минут. А вот ближайшее полнолуние, 12 декабря, 8 часов 12 минут. Время московское. Друзья, и как обычно, наш ежедневный гороскоп. И мы начинаем с Овнов. Многозадачность и большое количество работы могут выбить почву из-под ваших ног. Поэтому гороскоп вам рекомендует провести время в кругу семьи и близких вам друзей. Это поможет снять напряжение и накопившуюся усталость. И не стоит давать в этот день голословных обещаний, так как, скорее всего, это приведет к возникновению проблем и каких-то дополнительных трудностей. Далее, друзья, у нас Телец. Уважаемые тельцы, пожалуйста, приготовьтесь к напряженному и сложному дню. Опасности вас поджидают как на работе, так и дома. Так складывается из-за вашей усталости и слишком однообразного образа жизни. Поэтому попробуйте что-то поменять, иначе упадок сил проявится у вас в полной мере и будет иметь последствия в будущем. А вот планы и начинания вряд ли сегодня зайдут далеко. Поэтому сегодня у тельцов ожидаются сложности и проблемы в семье. Далее, друзья, у нас близнецы. Уважаемые близнецы, сегодняшний день будет удачным и принесет вам много радости. Возможно, вы возьметесь за интересный и прибыльный проект или найдете единомышленника для своего проекта. И при всем этом гороскоп вам рекомендует, уважаемые близнецы, проявить именно осмотрительность и соизмерять свои силы с количеством взятых обязательств на себя. Далее, друзья, у нас рак. Уважаемые раки, те, кто любит выделяться из толпы, знайте, что сегодня смогут в полной мере проявить всю свою нестандартность. Поэтому сегодня, 24 ноября, ракам нужно сменить свое окружение, чтобы получить новые и яркие эмоции, которые пойдут только вам на пользу. Но не стоит слишком серьезно воспринимать чужие советы, так как они могут, к сожалению, вам сильно навредить. Далее, друзья, у нас лев. Уважаемые львы, этот день стоит провести в домашней обстановке, чтобы дать происходящему верную оценку. И посещение вечеринок, и пребывание в шумных каких-то компаниях может иметь, к сожалению, негативные последствия. И гороскоп советует львам сегодня прислушаться к своей интуиции, которая поможет расставить все приоритеты и, конечно же, принять правильные решения в этот день. Далее, друзья, у нас Дева. Уважаемая Дева, сегодня вам не стоит заводить новые знакомства. И какими бы ни были бы многообещающими, и как бы они ни выглядели. Торопливость и суета могут сегодня иметь для вас негативные последствия. Поэтому сегодня, 24 ноября, Девам может поступить достаточно интересное предложение, которое вполне вероятно не так однозначно, как будет казаться на первый взгляд. Поэтому остерегайтесь идти на поводу своих желаний, и это может сказаться на вашей судьбе. Далее, друзья, у нас Весы. И сегодняшний день – это самое благоприятное время, чтобы начать реализовывать отложенные в дальний ящик ваши мечты и планы. Особенно те, которые могут вам принести именно прибыль. И гороскоп может обрадовать Весов, так как в семье у вас установятся мирные и гармоничные отношения. И благодаря этому вы сможете уже почувствовать себя счастливыми людьми.
Но на вечер, пожалуйста, запланируйте встречу с друзьями и своими давними приятелями. Далее, друзья, у нас Скорпион. Уважаемый Скорпион, все встречи, которые у вас сегодня произойдут, будут, к сожалению или к счастью, не случайны, так как каждый человек оставит свой отпечаток и сыграет даже определенную роль в вашем дальнейшем будущем. Однако не стоит ждать, что день будет наполнен исключительно позитивными событиями. Сегодня, 24 ноября, у скорпионов наверняка появятся какие-то новые планы, имеющие, как окажется, несколько сторон. Также этот день, друзья, будет благоприятен для проведения анализа текущих событий. Далее, друзья, у нас Стрелец. И этот день вряд ли можно назвать лучшим и самым удачным в вашей жизни. Поэтому остерегайтесь недобросовестных коллег, которые могут всадить нож вам в спину. И гороскоп считает, что сегодня у стрельцов вероятно развитие некоторых даже заболеваний, приводящих именно к разной степени осложнения. Поэтому будьте осторожны. И гороскоп вам настоятельно рекомендует сегодня уделять больше времени своему здоровью. Далее, друзья, у нас Козерог. Уважаемые козероги, ваши жизненные силы, к сожалению, на исходе. И рекомендуется как следует вам сегодня отдохнуть, отказавшись от лишних обязанностей и выполнения второстепенной работы. Сегодня, 24 ноября, у козерогов вероятны конфликты и разлады в семье. И это будет связано именно на сексуальной почве. Вам нужно быть более сдержанным в этот день. Также в этот день гороскоп предсказывает повышенный травматизм, поэтому берегите себя. Далее, друзья, у нас Водолей. Уважаемые водолеи, сегодня контроль над ситуацией, к сожалению, выскользнет из ваших рук. Это может привести к ухудшению настроения и появлению апатии. Однако гороскоп говорит водолеям, что черная полоса в их жизни скоро закончится и снова наступят безоблачные и спокойные дни. Если вы решите помочь окружающим вас людям, то ждите в будущем именно ответной поддержки. И, друзья, заканчивает наш гороскоп, как обычно, рыбы. Уважаемые рыбы, этот день необходимо посвятить анализу прошлых поступков. Благодаря этому вы добьетесь улучшения ситуации с вашими близкими людьми и сможете даже установить доверительные и гармоничные отношения. И сегодня, 24 ноября, рыбам стоит задуматься над будущим своим и заняться уже осуществлением новых идей, так как ваши звезды обязательно вам помогут. Друзья, вот такой вот у нас гороскоп на 24 ноября. С вами, как всегда, был канал Астрора. Друзья, если вам нравится наш канал, вы смотрите постоянно видео, обязательно подписывайтесь на наш канал, ставьте лайк этому видео. Ну а мы с вами прощаемся и услышимся уже в следующем эфире. Пока-пока!